Предприниматели встречали пряниками. По словам гостей, внедрение новой системы кассового учета идет не без шероховатостей. Где-то подводят поставщики оборудования, а где-то уже новая техника. С 1 июля текущего года контрольно-кассовая техника, которая сама отправляет данные в налоговую инспекцию, должна быть у всех предприятий торговли, которые используют общую или упрощенную систему налогообложения, а с лета 2018 года даже у тех, кто работает по патенту или платит единый налог на вмененный доход. Участники рынка, которые платят налоги в полном объеме, окажутся в заведомо выигрышной ситуации и снизится количество проверок, проводимых налоговыми органами. Банк «Кубанькредит» первым из региональных банков запустил специальную программу под названием «Онлайн-касса». Нашли крупного поставщика, который может подобрать оборудование точно по потребностям. Кроме того, небольшим предприятиям теперь доступны программы учета, которые позволяют повысить эффективность работы. Причем весь набор сдается под ключ. Оставив заявку на сайте «Кубанькредит», потенциальный клиент получает возможность не только выкупить оборудование, но и получить дополнительный комплекс услуг в режиме единого окна. То есть все эти услуги необходимы для качественного и быстрого старта продаж в торговой точке. Кроме того, озвученная вам цена будет окончательна и никаких скрытых платежей нет. В банке новую услугу называют перспективной и прорабатывают механизм, который позволит точно оценивать платежеспособность предпринимателей, которые ей пользуются. Снижение рисков для банка, в свою очередь, позволяет предлагать конкурентную процентную ставку. Речь может идти, например, об оборотных средствах. Помимо этого, здесь кредитуют гостиницы на подготовку к курортному сезону со срочкой платежей. Каждому клиенту мы подходим индивидуально. Мы можем разработать именно под клиента продукт, который будет ему удобен и выгоден. Наш банк не делит бизнес на большой, средний. Для нас весь бизнес является важным, и мы разрабатываем специально для этого продукты, которые индивидуально подходят под каждого клиента. Среди гостей разыграли призы. Также подарок получил автор самого актуального вопроса. В кредитном учреждении намерены сделать такие встречи регулярными.